Всем доброе утро, и сейчас мы снимаем наше утро с Аришей. Вот, сейчас мы пойдем завтракать. Ну, Ариша пока посмотрит мультики, потому что я ей не все до конца сделала. И, в общем, я сама сейчас попью чай, потом накормлю Аришу и будем переодеваться. Так, я сделала Арише кашу. Вот, осталось сюда сахара добавить. Мне кажется, я слишком много ей приготовила. Ну ладно, пока что я накрою это крышкой, а то она остынет. Вот, и приготовим Арише чай, потому что мы тоже себе там приготовили уже чай. Вот. Так, заварку. Сделаю Арише пока что горячий. Потом, если он не остыл, то тогда разбавлю. Ну, сделаю полную, чтобы как бы было нормально. И так, сейчас к сахару. Сахар положим все. Так, это была каша. Так, сейчас выкинем. Вот и все. Сейчас осталось положить сахар. Вот сахар. Вроде бы готово. Так, вот, Риша здесь сидит. Зачем ты взяла с собой игрушки? Вот. Сейчас будет играться, а не кушать тогда. Соску мы уберем. Вот. Оденем слюнявчик, чтобы не запачкаться. Вот так. Мы сидим в автолюльке нашей опять, так и же, зашибись. Так, вот наша каша, параша какая-то получилась, если честно, вот, и чай, только он с пенкой получился, потому что я его взбалтывала, вот, а я пью чай с пиццей, которую мы делали с мамой вместе. Это пицца из батона, то есть там не нужно тесто, просто накладывайте так же, как на тесто, помидорки, тут у меня есть кетчуп, колбаса, сыр и майонез. Вот, ничего сложного нет, то есть огурцы мы не добавляли. Вот мой чай. Господи. Так, сейчас я буду кормить Аришу. Точнее, сейчас я сама попью чай, а потом буду кормить Аришу. Итак, я уже попила чай. И теперь готова кормить Аришу. Как раз каша у нее стала, ну, как бы такая тепленькая. И вот чай тоже остыл. Иначе было бы очень горячо такое кушать. Да, и надо чай открыть, а то у нас сейчас сосочка взорвется. А то она так сильно нагрелась, что аж прям вовнутрь не заходило. А мы будем вот так вот кушать. И да, кто смотрит каждое из моих видео, которые я выкладываю, и не пропускает ни одного,
то я снимала вчера видео о конкурсе для мини-реборнов одежда. Вот, и я решила его отменить, потому что не знаю, как-то это не очень получается, потому что у всех мини-реборны разные. Вот, и на каждую одежду шить просто нереально, и потому что я не знаю, как подойдет ли эта одежда, я просто не могу сшить такую, прям, чтобы прям каждому реборну подошла, мини-реборну, вот. Потому что у каждого ручки-ножки там по-разному сгибаются, вот, и может не подойти одежда, и как-то будет, знаете, обидно даже, может сказать, победителю. Потому что видели, постарался, нарисовал, там угадал, и в итоге не получилось. Не подошла одежда, вот это будет очень обидно. Я решила отменить этот конкурс и буду устраивать другой, только в конце июля, возможно, потому что тогда мне будет удобнее, и пока что у меня нету одежды такой, что прям на конкурс. Вот как я покупаю вам призов, и там будет где-то 2 места, наверное, 3, не знаю, ну где-то 2-3 места, вот. И тот конкурс я уже отменять не буду, потому что это конкурс для обычных кукол и для реборнов, и одежда будет где-то на 50 сантиметров, ну где-то так, вот. То есть в конце июля я буду устраивать конкурс нормальный уже, не на одежду для мини-реборнов. Вот. Такие вот дела. И куколку я заказала. Только сказала, что, наверное, идти будет долго, но хотелось бы прям, чтобы за неделю пришла. Но такого, конечно, не ожидать, если мне посылки с Китая приходят за 3 недели, вот, то с Америки еще дольше. Так, сейчас буду взять салфетку и втереть это все. Каша очень густая и текет. У нее сротик постоянно. Вот. Слюнявчик у нас не все так впитывает сильно. Салфетка вот побольше впитывает. Эта каша, ну, я кашу сделала на молоке. То есть там молоко и вода. Все. Ариша наелась у меня. Так, давай сейчас попьем чай. Пойдем переодеваться. Сначала умоемся, вот, потому что мы по утрам умываемся, да. Вот, и потом пойдем менять памперс. Да, Риша? Вот. Что ж, мы позавтракали, и сейчас пойдем умываться. Мы умылись, так, вот, и сейчас будем переодеваться. Вот и все, Аришу мы переодели. Я одела вот такую шапочку, белую футболку, царапки. Вот такие вот я сшила. Царапки. Они подходят к шапочке. Вот я их решила одеть. Такие ползуночки и носочки зеленые. Кто хочет, могу снять видео, как сделать пеленальный стол. Вот. Может кто-то и сделает такой же. Так вот, напишите мне в комментариях, снять ли мне видео, как сделать пеленальный стол. И если вы напишите, то обязательно сниму прямо сегодня. На этом было все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылку на нее оставлю в описании, заявки принимаю каждые 15 минут, вот, потому что группа закрытая. И на этом было все, всем пока, мы вас всех очень любим.